Сейчас пойду полтинник возьму. Не надо меня фоткать. Говори, что тебе надо. Покажи наушники, пожалуйста. Какие наушники? Для моего Nokia. Так у тебя LG, блядь, какой? Ой, для моего LG. Блядь, пожалуйста. Ну и что ты посмотришь на них, и что? Ну, принесу. Кого? Еще 50 рублей. А у тебя сколько не хватает? 50 рублей, а 200 рублей мне с собой. Все понятно. Дай, Ксюш. Покажешь? Да, его. Говорим. Да, да, на работе. Покажешь? Пожалуйста, покажи. Ну что, ты на ногти или что? Ну покажи. Покажи, покажи. 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 Пожалуйста. Покажи мне. Покажи, пожалуйста. Что тебе показать? Ну, наушники. Нет, нет. Пожалуйста. Говори, Аксан, говори. Да ты звонишь, говоришь? На 17.40, на вечер, я тебе говорю, после работы. Нет, нет. Да. Ну ладно, ладно. Пожалуйста. Прекрати разговаривать. Ну понял. Пожалуйста. Ноль. Что тебе показать? Ну, наушники, да, блядь, Nokia. Какую Nokia у тебя, блядь, LG? Я какой... мой LG. Сука. Ну, пожалуйста, покажи. Да он тут заебал меня, его на телевизор, ой, на телефон снимаю. Ну, покажи. Покажи. Да, потом покажу тебе. Ну, покажи. Ну, просто увидишь потом. Что тебе показать? LG для моего Nokia. Какой LG? Покажи. Что тебе показать? Наушники для моего... А что на них смотреть? Их покупать надо. Ну, покажи, пожалуйста. Я куплю, обещаю. Так у тебя не хватает 50 рублей. Да сейчас пойду возьму. Где? Где-нибудь. Пожалуйста. Ой, потом покажу, увидишь. Все, хватит. Ну... Давай, позвони. Да. Что надо тебе? LG для моего Nokia. Какой, блядь, LG для твоего Nokia, скажи мне, блядь. Наушники. И что ты будешь с ними делать? Слушать. Так у тебя есть, они вон не висят на уши. У меня один не работает. А, один хочется не новый, да, давай. А, тебе хочется новые? Да. Сам откроешь? Ну-ка. Новокузнецка. Время отправления 13 часов. Поспешите на посадку. Как только 856. Да. Чё да? Пойду полтинник искать. Всё, давай. Придёшь сегодня? Да. Сука.